через руль лицом вниз, и у него теперь болит рука. Дима вообще мой друг, я с ним дружу, он крутой. Что, ударился? Подожди, нет, ты местечко поставил. Ну да, спасибо. Короче, Дима, вот сейчас такой маленький подарочек. О, спасибо. Ладно, я пошутил, вот тебе твой 6-литровик. Это твой 6-литровик. И здесь он кастомный под тебя. Дима, топ. Мы сегодня на пролетку поехали тут. О, да, кстати. Ну погнали в Бучу. Сейчас поедем в Бучу, ты что? У меня новый фонарик, посмотри, какой красивый. Давай заедем на один. Дима, набери все. Всю. Дима, давай. Ну да, рюкзак бери. Рюкзак. Ты говорил, что будешь вести. Я только одну маленькую взял, и все. Всем до скорых встреч и пока. Влог только начинается. Это начало влога. Дима сегодня вечером заварит раму. И еще, если он ее заварит, то он купит промодельную вилку. Это будет очень круто. Да. Мы едем на легендарную пролетку, которую придумал легендарный я. Я легендарный просто. Правда, было бы круто, если бы вот тут, вот там, где пролетка тоже была, вот так вот, через кошелотник, болото. Это местный кошелотник. Да, надо туда, понял? Надо туда специально воду налить, короче, болото сделать, и сделать дробь через канаву, кошелотник, реально. Надо сегодня сделать. Ну да, надо сделать. Но мы еще перед этим поедем на кикер и периу. На аквариус сначала. Нет, да там же кикер и периу до аквариуса. А где? На Богдана Хмельницкого. Возле этого Гранд Буржа. Ну короче, ты будешь показывать возле сегодня. Гранд-Буржа, поехали. Ты будешь показывать сегодня споты, потому что если. Да. И совсем не тяжело. Я жду маршрутку, а вы едете. Никита там где-то через минут 20 будет, а мы погнали. Давай, пока. Мы остановились, чтобы попить. Что у нас? Дима топ. Дай крышку, дай крышку. А не дам. Ваш билетик. А не дам. Дай крышку. Дай крышку. Сейчас будем довше ехать, сейчас Никитос нас заждется. Туда. Later. Так, ребятки, вот мы подъехали. Это тюльпановое дерево, оно сейчас должно цвести. Давайте посмотрим. Вот, это тюльпановое дерево. Оно цветет, как тюльпаны. Сейчас, давайте поищем. А, видишь, вот там такие штучки на листиках, как и понимаю, это оно. Вам не видно, наверное, но тут такие прям как тюльпаны. Ну, то есть цветочки на дереве, это очень круто. Это клен. Это клен по-украински. Клен, но это тюльпановое дерево, и вот там реально как тюльпаны. Класс. Это листочки именно с цветов, видишь? Мотоциклетная гривца, пацаны, посмотрите, как крутится. А где вы? Где мы 6-литровик плюс 30 километров к скорости? Он не так херачил по 30. Теперь можно ехать 60 километров в час. О, Порш купишь. Короче, вот тут дорожные работы, и тут, скорее всего, не остановится маршрутка. Посмотри, тут перекрыто все. Кстати, какой прикольный гриб. Лучше его не трогать, наверное. Короче, маршрутка вот Никитоса. Да, это маршрутка Никитоса. Она тут не станет, как я думаю. И поэтому... А, он, о, Никитос! Ибо! Быстрее! Короче, вот такая вот система. Я не знаю, ну тут, короче, озеро, да, канава какая-то, озеро. Ну, короче, вот мы должны были бы ехать там, но там люди, мы с... нам с ними тяжело разъехаться, поэтому едем по такой тропе, выезжаем. И вот Никитас!
Ну давай, за мной! Оу, oh, yeah. Да ну не скользи. Ну так поехали. Слышишь, Дима, я тут был на неделе, и тут было не разукрашено. Ну да. Дима, 6-литровик. Пацаны, вы что, задолбанулись? Я вас давно уже жду. Мы думали, опять, почему так долго? Мы думали, что ты домой приехал. Я что-то поехал домой? Когда меня угощают в Макдональдсе. Ну, как бы. Да, блин, я просто там проехал. Смотри, вот там. Ты сама начала так и подумала, а потом подумали, что вдруг ты потерялся. Ну, правильно сделали, молодцы. Ну, я вас тут чекаю, дивлюсь, камеру не можу, короче, достать, чтобы знать. Сейчас оказывается, что он какой-то своей секретной дорогой объехал и уже в скейт-парке. О, вон Никитос, он там идет, если видно. А если не видно, то не видно. Вон он, вот там. Никита упал, как я понимаю, через руль. Вот так, лицом вниз, и у него теперь болит рука. Капец, это очень повезло. Плохо, да. А. О, ну какие. Я, короче, застопила. Я упал. Тим, в песку. Полиция едет. Ништяк. На дороге стоит. Сними, сними, полиция, полиция. Да, зачем? Да поехали в скейт-парк уже. Верю. Все, страйк. Ебой! Сейчас бы ехал сюда, понял, ты мог съехать. У тебя размер колес позволяет сюда съехать и не упасть. Ебой! Хорош, хорош! Ебой. Бар. Пошли. Что снимать? О, ебой. Хороший прямой прыжок. Я тебя буду учить. Да, так я должен его научить, Яше. На велику, а не ты. Дим, давай, хочешь тебе совет дам? В начале вылета сжимаешь немного в байк, да? Потом на конце ты расправляешь руки и делаешь баник. Но можешь все время руки прямые держать. Главное, на конце сделай баник. Давай! Блин, почти. Нормально. Давай. Вторая попытка. О, высоко было. О, нормально. Выше, чем раньше вылетал. Нормас. О, да высоко было. Это очень высоко было. Я где-то вот так подпрыгнул. Нормально? Да. Да-да, сечет. Да. Хорошо. Дайте еще одну попытку. Хорошо, давай. Так как ты разложился еще. Хорош. Это высок. О, Бодя. Во, по-моему, это выше было. О, нормально. Уходим, ты в длину. Прыгаешь больше. О, ну нормально. Все. Ты уже три удачных попытки сделал. Все. Я еще не пробовал. Ну, там мне это тяжелее будет. Давай, снимай. Найс. Это была первая. А, хорошо. Сейчас.
Нормально. Найс. Хорошо. Так, сейчас я буду рассказывать, что у меня произошло. Я учился делать трюк по периле. Это, ну, по-моему, это круг. Я слетел с этого скольжения, ударился звездой о перилу, короче. У меня образовалась вот такая вот выхухоль. И он, короче, когда я кручу, то он... Назад крутишь. Ну да, когда назад крутится педаль, Дима, то сейчас... тогда спадает цепь. Да. Получается, что сейчас я буду брать... И, короче, сейчас Дима вот так вот побил, ну а теперь, чтобы назад вправить, вот я ему даю плоскую. Да, ну, я все он и вправлю. Я катаюсь. Дим, сними, чем пора мои прикольные. Да я макака, я чиню. Окей, сейчас. Веломеханик Димон. Шо? СТО у Дмитра. Давай опять попыток, и я иду катать. Давай, быстрее. За каждый камень. Да, за 50 гривен. Может, это пиар будет. Хорош! Мы за пиаром будем пить, понимаете? У меня было же это... Хорош! Легенда. Так надо. Хорош! Да? Так все равно круто. Стали вместе з Дімою продовжатися. Воно все рівносливе, але воно, коротше, люфтить. Опа, Нікітос. Нікітос. Экстренное включение. Тимоха, пробуй бар. 2 hours later. Бам. О, давай, щелбан на камеру. Давай сейчас останем так все и все. Окей. Сейчас ты на горло ударишь. Ну да. Ну я уже понял, я уже давай. Хочешь закручивать, ну что-то... Сейчас бы я сделал, если бы... Much later. Да! 2 hours later. 75 years later. Красавчик. Тупо целый день в парке покатаемся. Сейчас подать, тільки вертикально снимаем. На голову комусь прыгайте и все. Дима, снимай! Дима, снимай!
Что, анекдот, ви самока чуть воду накинули? Да. До дна достал? До дна достал? Да. Хорош! Е! One foot! Хорош! Е! А у тебя позиция? Короче, мы едем в Макдональдс и домой. И Дима будет варить свою рамму. Очень хороший сорт. Дима самый лучший райдер в мире. Дима вообще мой друг, я с ним дружу, он крутой. И вообще, Дима то. Давай. Короче, всем пока. Никитос тут дом на маршрутке, а мы сами. Все, давай, пока. Пока. Пока, Дим. Пока. А, да, спасибо, Дим. Спасибо большое. Короче, мы с Димой едем домой. И все. Все, давай. Пока. The next day. Так, мы приехали, и тут наконец-то нет машины, мы можем попрыгать. Дима, будет трюк? Ну, вот мы найдем. Хорошо, подожди, я первый, подожди. А я первый нашел, Настя. Разогнаться такое себе, ну, в принципе, норм. Особенно на скоте вообще, без проблем тут разогнаться. На байке, но сложнее, но я прыгнул наискосок и... Все, топчика хватило скорости. Тут нормально, давай. Видишь, и вот, вот тут, понял? И ты тогда вот тут пролетаешь всего метра полтора, а не два. Понял? Сейчас подъедь первый раз, посмотри, какая тебе скорость надо, и все. Хорош. Что, давай одну попытку на тейргрейп я, и все, да? Давай. Ну, это где-то как 4 по высоте, может, 5. Окей, Настя, сними, как-то прикольно. Что, еще раз можешь попробовать? Как считаешь? Давай, один раз и поехал. Да, реально. Вот, ну, не знаю, видно ли. Катай. Больше. Ну, а чего так, непонятно, у меня тут же просабок нормально, то есть, ну, что он это... Че, точит? Просто это BMX 5, понимаешь? Это так надо. Да. Это инженер, коли, короче... Придумував його, він все це, всі ці деталі придумав. Це ефект сломаного велосипеда. Тобто, помню, він каже, що сломаний, а на самом деле він в ідеальному стані. Це ти теж, так? Це теж, так? Так, це все 3D-розробки, 3D-моделірування, коротше. Вот. Так і треба все. Та поїхали. Треск. О, це жорстко. Там дві трески. Одна, да, там... я вижу, вот жестко. О, жесть, чел. Ты че? Да, да, да. Вот тут поливалочки. Это очень хорошо. Иди, я сейчас бар буду делать. Даня, ты куда едешь? Опа. Дуду, я сейчас сделаю. Я уверен. Я ж сказал! Трех мне пал! Рыбий пас нам был. Я, кстати, сделал рама-грэп. Я когда крутый, я сделал рама-грэп. Давай теперь тебя поснимем. Короче, я, конечно же, сделал сегодня бар, но один раз только, потому что второй я вылетел как-то в свече, выровнялся, как я не понял, и закрутил поздно, и из-за этого не докрутил, упал, и сейчас у меня нет сил. Потому что у меня сегодня еще были занятия по батутам, тренировка, типа, и я сдох.
слишком устал. Короче, едем домой, я купаюсь и буду собирать уже вещички на море. Будет круто, сниму влог. Наверное, даже в два. Кстати, сейчас покажу линию, такую очень лайтовую, но прикольную линию, которую вот я придумал только что. Ай! Что, ударимся? Сильно? А не бачу просто. Откуда він вийде? Оттуда. На этом прекрасном моменте ставим лайки, подписываемся на канал, делимся этим видосом с другом, пишем коммент. Всем пока!